Чего с там дети? Значит, меня точно завалили. Если я упал, значит, валят есть. То... Вот если я упал, то если я сразу упал, раза, по дуге прокатываем ускорение, такое легкое, и станет, потянемся. Пока свободный, свободный. По дуге, по дуге. Может только два раза в руки. Зависит от меня. Делай. Взрослый за это же время. Взрослый за это же время. Взрослый за это же время. Посмотреть, ну, кто в топ-бар входит. Потому что это они в сборной достаточно хорошие. Не то, что усиление достаточно хорошо ближайший матч со сборной Турции. У нас очень хорошая, сильная команда. Денис, дай доработать. Так ты стоишь, мне снизу смущаешь меня, отойди. Все, Денис, сейчас тебя забираем. Иди ты поответишь на вопросы. Да, один вопрос сейчас допишем про Турцию. Да. Спасибо большое. Привет. Что-то меня там больше встречало. Смотри, как же ты отыгрался с Тони? Вот чего не хватало с игры с Эстонией. Давай большой палец вверх. Это транс. Новогор планирует. Скажи, когда ты узнал о вызове? Мы сейчас приехали на базу, вернулись после игры и подошли, сказали, что готовься, собирай вещи и переселяешься. Сразу поверили, что муж шутит? Да, я понял, что как бы не шутит, по выражению лица, скажем так. Вот, ну, сразу понял все и пошел собирать вещи, в общем-то, 5 минут я здесь. Как эмоции? Была мечта какая-то? Ну, безусловно, приятно, что попал сюда, это мечта, наверное, с детства, поэтому только положительные эмоции и радость. А ты в курсе, что ни разу в истории в национальной сборной России в составе не входил человек по имени Матвей? Все бывает в первый раз.
покажем тебе его. Пожалуйста, тренировку прошел, правильно? Ну, перед полтренировки прям бросишь около номера, мы соберем. Около номера, окей. Если завтра, ну какие-то придешь, там все посмотрим, какие там подлёгки, что-то. В этом рюкзаке там все есть. Хорошо. Вот, там футболка, элька, поло, элька. И ты походи, потом скинешь, да, а потом поменяем. Хорошо, после стирки. Все, то размещайся. Завтра приезжай. Расписание. Что делать?